Что, приехали в Китай первый день. Вот, уже прогулялись, посмотрели море, все такое прочее. Мы сейчас сидим в фуд-зоне, поели китайскую лапшу, без которой никогда не обходится. И как же вот без этого? Вот видите, что это такое? Это пельмени. Но это не русские пельмени. Это китайские пельмени. Они с креветками и с какой-то зеленью. Варили довольно долго. Мы уже лапшу смяли все. Вот. Наташка тренируется палками есть. Нет, я сейчас пельмени буду тыкать. Банально. Ну-ка давай тыкай. Она развалится. Она будет портить пельмени. А я буду по-человечески. Надо привыкать. Когда-то я обращался ловко, мог даже каждую лисину прямо легко брать. Макароны дома даже ел. Вот это по приколу было. Ну вот так вот. Следующий. Ладно, только не вырони. Все. В общем, короче, мы хотим есть, наслаждаемся. Идите на следующий качок. Пойдем.